на запись. Готовность 2-3, может быть, 4 минуты. Все зависит от того. Сейчас подключится Александр и начнем. Итак, еще раз всем привет. С вами Марсель. Собственно говоря, я ушел в другую комнату, чтобы не фонил ноутбук. В ноутбуке камера не работает, там что-то с ней случилось, поэтому, значит, что мы сейчас будем делать? Во-первых, я всех приветствую. Вот, очень рад всех видеть, молодцы. Сейчас мы посмотрим, Александр у нас присоединился. Пока еще нет, пока еще не присоединился, поэтому мы его ждем. Естественно, без него у нас не будет сегодня бал маскарада. Партнер будет заходить в программу «Автохаус» сразу с золотым треугольником. Мы будем делать это в прямом эфире. И, соответственно, в программу «Everyday» будет заходить. Поэтому у нас сегодня будет счастливчик, у которого на баланс прилетит $600. Значит, 300 из которых будет, значит, уйдет на формирование треугольника. Вот. А 300 – это чистые деньги на банковскую карту в течение там, дня, полдня или там, завтрашнего дня. Короче говоря, это не важно. Кроме всего прочего, хочу сказать, что я сейчас так и не вижу до сих пор человека, который будет получать выплату по маркетингу, да? Поэтому мне не хочется забегать вперед и очень не хочется затягивать этот эфир. Ну вот, по всей видимости, какие-то возникли технические моменты, я, конечно, не могу на это повлиять, потому что все может быть. И качество связи может как-то повлиять, помешать человеку, да, для того, чтобы сейчас присоединиться. Все может быть. То есть никто ни от чего не застрахован абсолютно. Кто это у нас тут еще подключился? Александр, это вы? А, да. Правильно, вот сейчас у него происходит подключение звука. Сейчас я напишу. Сейчас мы дождемся. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, значит, во-первых, по поводу часового пояса. Вот у нас сейчас по московскому времени время 20 часов 38 минут. Сколько у вас? 3:39. Вот видите, да, наш бизнес какой. Время 3:45 у человека. Короче говоря, давайте будем приступать, значит, к нашему интересному, такому интригующему моменту. Давайте все-таки еще раз я проверю список участников. У нас сейчас, значит, нет, значит, человека, кто какую-то там получит сегодня вкусняшку, да, по маркетингу. Мы знаем, что у нас деньги никуда не улетают направо-налево, они строго по маркетингу эти деньги двигаются. Итак, Александр, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, перед вами два устройства, то есть компьютер, ноутбук или только одно устройство? Значит, ноутбук и телефон. А вы в кабинете уже находитесь? Да. Сейчас. Понятно. Тогда мы приступим. Давайте, уважаемые партнеры, я, значит, что делаю? Я буду говорить, какие нажимать кнопочки Александру, потому что мы этот момент до конца не разбирали. И параллельно я перевожу, значит, нашу конференцию в прямой эфир на рабочий стол. Значит, смотрите. Во-первых, Александр прошел регистрацию. Вы сейчас все это видите, да, что я показываю? Я вижу. Так, Александр, вы прошли регистрацию. Я просто покажу, чтобы это будет очень познавательный, важный материал. Скорее всего, придется, конечно, что-то какие-то урезки делать. Вот посмотрите, значит, Александр зарегистрировался, вот его аккаунт. Обратите внимание, здесь нет синенькой штучки вот этой, да, это говорит о том, что это просто регистрация без активации. И здесь мы видим, да, что человек зарегистрировался 21 ноября. То есть у нас регистрация прошла успешно, все нормально. Итак. Александр, сейчас вы находитесь в кабинете. Вам необходимо зайти во вкладочку. Значит, вкладка называется у нас «Офис». Во вкладочку «Офис». Угу. Вот я тоже в нее захожу. И вот обратите внимание, так, мне тут придется менюшку все-таки как-то укоротить, что ли, свернуть, потому что она мешает рабочему столу. Так, вот так сделаем тогда. Значит, вот здесь написано «Единый взнос» $5, вам нужно нажать кнопочку «Оплатить». Нажимаю. Успешно. Успешно.
Отлично. Давайте, партнеры, посмотрим. Открываю снова вкладку «Структура» для того, чтобы вы могли увидеть. Так, давайте покажу, да? Вот смотрите, активация – это значит, что приобретено бизнес-место. Но покупка, значит, самого сайта – это не говорит о том, что произошла активация. Здесь мы, конечно, ничего не увидим. Значит, теперь, ну, то есть, когда Александр активируется, здесь будет синенькая штучка стоять. Теперь, значит, смотрите, что будет происходить. Значит, Александр сначала будет заходить в программу Everyday на $150. И вот здесь, обратите внимание, стоит у меня бронь. И, собственно, он сюда как раз и приземлится. В плечо к своему наставнику. В плечо к своему спонсору. Александр, вот смотрите, я сейчас обновлю, да, специально. Я же запись делаю, да, вот я обновляю картинку, собственно говоря, да. Вот, пожалуйста, я движусь по кабинету. Давайте можете нажать кнопочку, там же во вкладке «Офис» кнопку «Купить 150». Еще раз обновляю. Время 20 часов 41 минута по московскому времени. Не спешите, спокойно, внимательно. Вкладка «Офис», вот. Обратите внимание, у Александра пока нет аватарки, она появится, он ее, конечно же, загрузит. Вот, значит, в эту же секунду времени там кто-то наверху где-то, вот давайте покажу, о чем я именно говорю, да. Самое удивительное, что я понятия не имею, кто вот тут сейчас получил $150. Я просто этого не вижу человека. То же самое было, когда я пришел в бизнес, да, когда-то там 2 октября 2020 года. Тоже там кто-то где-то получал выплату. Меня это тоже мало колыхало. Почему? Потому что, ну, я пришел в бизнес. Меня это мало волновало. У меня открылась, собственно, чистая матрица на 150. Значит, теперь все, да? То есть теперь давайте, что мы сделаем? Вот это я все, значит, почищу, удалю. Давайте мы перейдем вот сюда, вот структура. А, вот эту бяку надо удалить, понял. Так, очистить, очистить все рисунки. А, теперь смотрите, я обновляю, да, вот Александр наш, обновляю, да. Вот, обновилось. Пожалуйста, посмотрите, у Александра появилась активация. Видите, написано $150, семиместный стол. Давайте в него провалимся. Пожалуйста, у Александра появилось точно такое же чистое пустое место, как и у меня. Ну, как пустое место, да, то есть, ну, как бы я один наверху, и он один наверху, да, то есть, в принципе, как бы мы друг от друга сейчас мало чем отличаемся по ситуации. Но сейчас не об этом дело. Перейдем к самому интересному. Сейчас мы будем, значит, открывать программу «Автохаус» на $300 тремя местами. Соответственно, что нужно будет сделать? Нужно будет сделать следующее. Значит, 150-я программа приобретена, кто-то где-то получил выплату, Александр обязательно сюда аватарку поставит. Может быть, даже сейчас в прямом эфире. Может быть, какая-то картинка есть, Саш? Такая вот, чтобы, знаешь, просто пока что. Чтобы показать людям, да, что вот как оно работает. Нужно будет нажать вот здесь, вот выбрать и загрузить изображение, да, вот где вот эта менюшка, самый верхний левый угол, там время тикает. Загрузить изображение, да, и чего-нибудь загрузить, ну, какую-нибудь картинку. Потом ты ее поменяешь, поставишь свою аватарку. О, круто! Вот, пожалуйста, Александр поставил аватарку. Ну и замечательно. Ну что, поехали. Теперь, Александр, необходимо зайти во вкладку «Офис». И, значит, у меня уже бронь стоит. Я сейчас, кстати, давайте я сейчас покажу, да. Нажму «Офис», перейду, собственно, в стол. И сейчас вы все поймете. Поймете, что происходит. Значит, наша задача – закрывать основные места и выпинывать места, у которых осталась одна или две точки, собственно, закрывая, значит, помогая партнерам в команде. Вот, значит, у нас сегодня героем дня являются два человека. Во-первых, Александр является героем дня, а во-вторых, Елена является у нас счастливым обладателем. Вот, что мы должны испытывать в этот момент, когда, значит, мы приходим в бизнес? Мы должны, конечно, что-то испытать, какие-то ощущения. Ну, что поделаешь, да? Когда мы открываем бизнес, мы идем на какие-то, скажем так, как бы это правильно сказать? На какие-то жертвы, что ли, если так можно сказать. Но нужно понимать, что мы открываем этот бизнес, и мы все сюда когда-то пришли новичками. Соответственно, Александр, я сейчас жду... Пока вы нажмете один раз кнопочку 300 «Купить».
Вот давайте я сейчас обновлю еще раз, да? Вот так, перезагрузил экран, да, вот, пожалуйста, время 20:46. Вот, это будет очень много интересно всем посмотреть. Есть любители, которые говорят, покажи пруфы, доказательства. Вот смотрите, пожалуйста, московское время 20:46. А телеэкран нам не видно? Не видно. Сейчас экран не видно? Экран не видно. Нет, нет. Понял. Секундочку, спасибо, хорошо, молодцы, что меня этот, как сказать, вы мне очень, очень важно, что вы мне говорите это. Так, демонстрация экрана, почему это его? А сейчас? Ага, во. Так, сейчас должно быть видно, да? Да, видно сейчас. Так, Александр, можете нажимать кнопку «Купить» один раз 300. Уже успешно. Так, значит, смотрите, в этой ситуации, вот сейчас Александр нажал кнопку 300 «Купить», у него открылась матрица на 300, к Елене сейчас на баланс там куда-то, да, я не могу в ее кабинет зайти, потому что у меня нет доступа к ее кабинету. И, собственно, не должно быть. Вот. Но в редких случаях, когда, естественно, нужно какие-то сделать манипуляции полностью по согласованию со спортсменом, с наставником, помочь что-то куда-то нажать, объяснить, показать, это да. Потому что нам не нужны чужие деньги. Нам нужны деньги, которые мы зарабатываем исключительно только по маркетингу. Значит, в этой ситуации Елене прилетело $300. Елена, я так понимаю, вот сюда треугольник себе купит. Вот и хотел сказать, да, что сейчас Елены просто нет, и она не в курсе, что происходит. Она будет завтра смотреть, смеяться. Ладно, это все очень позитивно. Теперь, значит, смотрите, что делаем. У нас осталось, кстати, всего 6 минут. Александр, вам необходимо во вкладочке «Офис», да, вот так нажать вкладку «Офис», и нужно вот эту штучку нажать «Перейти». Вот тут человечек нарисован, да, вот сюда «Перейти». Значит, что у вас там откроется? Вот сюда вот. Вот, когда вы туда перейдете, у вас появится вот такая вот штучка. Вот здесь будет написано «Основное место». Значит, сразу хочу сказать, пожалуйста, уважаемый партнер, возьмите себе за правило. Если вы заходите в программу «Автохаус», и вы уже являетесь партнером, открыли там бизнес, у вас уже появился первый, второй личник, когда вы заходите в матрицу на 300 для того, чтобы ей управлять, ставить брони и смотреть глубину, мы всегда заходим только в основное место. Почему? Потому что именно основное место – это то самое первое наше, единственное первое основное место, которое мы открываем. И когда мы нажимаем потом в дальнейшем кнопку «Подробнее», мы видим вот это все хозяйство внизу. А если вы нажмете другое место, вы не будете видеть вот этого всего. И поэтому у нас с Валентиной, значит, летом произошла ситуация, чтобы вы все понимали, что у нее бронь, она зашла в свой клон вот в этот, воткнула сюда бронь, и у нее треугольник не сформировался. Я хочу сказать, что в этом нет проблемы. Но на самом деле вот у этого клона, зато вот здесь вот нужна будет очень большая работа. Понимаете? В любом случае нужно будет матрицу закрывать. Не сегодня, не завтра. Но я это призываю к тому, чтобы вы обращали внимание, что когда мы в автохаусе, всегда управляем с первого, с основного места, а потом уже переходим дальше. Итак, значит, что нужно сделать? Сейчас необходимо, Александр, нажать вот сюда, вот у вас тут зайти также в матрицу, да, нужно в нее провалиться, перейти, давайте еще раз посмотрим. То есть нужно будет зайти в вкладку «Офис», нажать «Перейти», да, вот сюда, «Перешли». И здесь будет у вас написано «Основной». Нажать вот на этого человечка, кнопочка «Перейти» справа. Значит, нажимаем на человечка, переходим, у вас открывается чистый стол. Теперь необходимо вот сюда поставить крестик пальцем, мышкой ткнуть. Значит, у вас появится крестик здесь. Вот, соответственно, у вас появится крестик. И, значит, я посмотрю, появился ли у вас крестик. А вы мне скажете: «Марсель, я поставил крестик». А я вот благодаря управлению матрицы сейчас загляну и посмотрю, появился крестик там или не появился. Вот смотрите, пожалуйста. Давайте я обновляю страничку. Вот сейчас вот Александр поставит крестик, да, в бронь. У него вот здесь вот появится бронь. Пока не появляется. Пока ждем. Так, что у нас по времени? Хотелось бы уложиться. Так, что у нас тут со временем происходит?
Так, давайте обновим. Александр, как вы там разобрались? О, отлично. Александр поставил бронь. Теперь что мы делаем? Мы делаем следующее. Необходимо сейчас, значит, вернуться во вкладку «Офис». Вот сюда. Вернуться во вкладку «Офис» и нажать кнопку «Купить». И у вас с баланса спишутся очередные $300. А я, собственно говоря, сейчас это проверю. Значит, заходим в заходим обратно в матрицу. Так, проваливаемся в матрицу. Так, проваливаемся. К Елене проваливаемся. Открываем подробнее. Так, отлично. Теперь что мы делаем? Теперь, Александр, так, у нас осталось, дорогие друзья, несколько минут буквально. Значит, что мы делаем? Теперь нам необходимо, Александр, с вами что сделать? Значит, вы теперь должны вот сюда бронь поставить. Вот смотрите, вот именно вот в эту точку. Ну, опять перейти. Да, вот зайти в матрицу. Как нужно зайти? У нас теперь, смотрите, что у вас там появилось. У вас теперь появилось, вот заходим вот сюда, да? Ой, назад. У вас теперь появился основное место и купленный клон с разницей в несколько минут. Вы это видите в своем кабинете. Видите. Вот, необходимо зайти в основное место. Угу. Туда вот человечка нажать, да, провалиться в него. Ну да. И, соответственно, вот у вас же теперь две фотографии, да? Теперь вот сюда ставим крестик. Я, конечно, хочу посмотреть, чтобы у нас согласованность действий была. И очень хочется уложиться прямо вот в наше время. Осталось немножко времени. Так, давайте посмотрим. Так, я вижу крестик. Скажите, пожалуйста, Александр, сколько у вас сейчас денег на балансе? У вас сейчас должно остаться $300. Верно. $300 у вас осталось. Теперь, значит, смотрите, как только вы вот это место купите, по идее, будет израсходовано же 900, правильно? Верно. Давайте сейчас вы на практике увидите, как работает матрица компании BeFree, и этот ролик увидят многие люди и будут понимать, что такое BeFree. Александр, представьте, что сюда приходит ваш партнер. Вот просто ваш партнер по вашей рекомендации. Как только он нажмет кнопку «Купить», которую вы сейчас должны нажать, матрица должна вам заплатить $300, то есть фактически возврат денег со второго человека. Получается, вы получите обратно вложенные деньги в два шага. Как бы это звучало на языке маркетинга, если не идти по стратегии? Пришел человек номер один, пришел человек номер два, ты вложенные деньги вот отсюда вот вернул. Все, денег в твоих компаниях нет, ну и все, а дальше только чистый доход. Но мы сейчас что делаем? Мы убиваем двух зайцев. Теперь, Александр, необходимо перейти снова во вкладку «Офис» и снова зайти, значит, и нажать кнопку «Купить» по тому же самому принципу, да, то есть зайти в офис, бронь стоит, отлично, вот, значит, бронь стоит правильно, зайти сюда, у вас, значит, сейчас основное место, клон, и у вас еще один тут появится, но когда вы зайдете в основное место, когда вы нажмете в офисе вот тут в кнопочке, кнопочку «Купить», у вас уже бронь стоит, нажмете кнопку «Купить», и мы сейчас увидим, что у нас произойдет. Давайте мы снова прогуляемся, значит, в эту матрицу. Снова посмотрим, что там происходит. Так. О, вы уже меня опередили. Вы знаете, что вы сделали? Как так? Ой-ой-ой. Вы два раза нажали кнопку «Купить». Я один раз, когда нажал, у меня почему-то с баланса не ушло ничего. Вот оно и произошло, то самое чудо. Вы знаете, в этой ситуации, хотя вы поторопились, но здесь никого винить нельзя. Обратите внимание, я хотел показать людям, что когда вы нажали кнопку «Купить», те деньги, которые у вас на балансе находятся, вы купили раз место, два места, потратили $600, да, приобрели. И когда вы нажимаете кнопку «Купить», казалось бы, вот эти $300 и все, баланс должен быть равен нулю. Вы должны были приобрести бизнес-место. Третье. Но в эту же секунду эти $300 улетели вам обратно.
И когда вы увидели то, что у вас на балансе все-таки $300 осталось, вы уже без брони, а это очень большая ошибка. Но ничего страшного, потому что вы немножко опередили, как бы, да, чуть-чуть опередили, вы без брони просто-напросто купили еще одно место, а вот тут спешка не нужна. Просто мне хотелось вам следующее действие сказать. Какое? Александр, поставьте сюда бронь, да, для того, чтобы снова купить место. И получается, Александр сегодня зашел в компанию BeFree на $1055. Он только что открыл две программы. Everyday на 150 и программу Автохаус с золотым треугольником. А что мы имеем? Вот у нас треугольник. 300, 300, 300, да, номинал стола. Каждая точка, каждая фотография, уважаемые партнеры, да, наши зрители, партнеры. Номинал стола $300. Мы открываем программу Автохаус. Но так как мы сделали вот так, мы пол стола закрыли. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот сюда придет три человека по рекомендации Александра. И Александр успешно полетит вот сюда. Но я хочу сказать, что у него будет программа 900 основным местом, и он будет ее постепенно закрывать. Потом купленный клон 300 прилетит сюда в 900, но у него уже их 4. Такая же ситуация у нас у партнера, которую зовут Любовь. У нее именно такая же красота, посмотрите. Так что, Александр, ничего страшного не произошло, абсолютно все замечательно. Единственное, что хочу сказать, когда мы нажимаем кнопку «Купить», нужно безумно внимательно смотреть, что происходит. И, конечно же, акцент поставить на доскональном изучении работы маркетинга. На самом деле в BeFree невозможно здесь назихерить, как говорится, да? Да, вот когда бывает ситуация, когда человек уже программу 8100 дошел, и если, значит, не открыта программа 300, когда ты уже 2 миллиона заработал, если у тебя программа на 300 не открыта, то твой клон улетает от твоего спонсора. То есть, если я ваш спонсор, я нахожусь в программе 8100, у меня не открыт 300-й стол, потому что это ерунда, это 25 тысяч, по сравнению с тем, что у тебя 2,5 миллиона заработано и выведено, то получается, вы ко мне не полетите. И заниматься вами будет другой человек, которому вы улетели. Поэтому согласованность действий, внимательное отношение к тому, какую кнопочку ты нажимаешь, очень важно. Но в данной ситуации у нас все замечательно произошло, просто супер. Поэтому, Александр, я вас поздравляю. Но у нас есть человек, который до сих пор так и не присоединился к нашему эфиру. И это... Сейчас я проверю. Елена. Я ее не вижу. А Елена у нас, значит, когда зайдет в кабинет и зайдет она, значит, в чат, Елена обнаружит у себя на балансе $600. У нас осталась минутка-полторы. Я объясню, почему она увидит у себя на балансе $600. Давайте посмотрим. Заходим в матрицу к Елене. Или даже не надо нам к Елене ходить. Мы там... А нет, давайте все-таки мы к ней прогуляемся. Для того, чтобы понимать, о чем я говорю. Так, где? Куда? Куда? Я уже запутался чуть-чуть. Представляете, да, когда команда растет, ты просто можешь сам себе навредить, когда ты просто банально куда-то там не туда тыкаешь невнимательно. Это очень большая проблема может возникнуть. Потому что ты можешь растеряться и вовремя не посоветовавшись с наставником, который проделал путь, просто-напросто что-то где-то там ну реально не туда нажать. И потом будешь локоть кусать. Поэтому лучше даже, если наставник или твой вышестоящий спонсор, там партнер, не выходит на связь, подожди, потерпи. Почему? Потому что ну, это матрица, это стопроцентная согласованность всех действий абсолютно. И вот смотрите, значит, я включаю карандаш, у нас остается минутка, и мы заканчиваем. Во-первых, Александр, я вас поздравляю с активацией бизнеса в самой крутой компании в мире. Вы должны понимать, что в нашей компании простые люди без специальных навыков становятся миллионерами. Как сегодня Наталья у нас, женщина, которой сыну уже там, кажется, около 20 лет, значит, или может даже больше. Она сегодня ночью проснулась, в 7-8 утра зашла в чат и обалдела.
Она стала 27-м миллионером в команде «Круть крутая». И что я хочу сказать. Когда Александр вот сюда пришел, Елена получила вот этим местом $300. А когда Александр вот этим местом приобрел, да, поставил бронь, крестик, нажал «Купить», вот это место у Елены получило $300. Соответственно, Елена делает треугольник, у нее будет практически вся матрица закрыта, останется 3 точки. Ну и все. Вот вам и весь бизнес. Ничего не... Итак, уважаемые партнеры, гости, значит, по поводу фразы, которую я произнес, это «ну вот он и весь бизнес», да, здесь имею я в виду совсем другое, то, что вот он весь бизнес, в том плане, что здесь максимально легко и понятно. Если идти по нашей командной стратегии, которая позволяет заходить и открывать бизнес-место сразу 3 местами, как вы видите, да, соответственно, нужно учитывать, что матрица, она не резиновая, и в ней всего лишь 4 свободных места остается. У каждого одинаковые условия. Поэтому, когда мы формируем, значит, золотой треугольник, мы таким образом уменьшаем количество шагов, количество действий для того, чтобы перейти в следующую программу на 900, если мы начали с 300, или перейти в программу 2700, если мы начали с программы 900, и такое тоже есть. Ну и, соответственно, у нас всегда остается 4 точки, которые мы закрываем. И в этой программе для нашего основного места место закрыто, имеет статус закрытое, и открывается в 3 раза более дорогая программа. Соответственно, это о чем говорит? Это не говорит о том, что мы ее должны приобретать. Это говорит о том, что мы должны закрыть ее для того, чтобы получить 1, 2 и 3 выплаты по там, $900, 3 выплаты по 2700. 3 выплаты по 800, 3 выплаты по 7200, 3 выплаты по 7200 и 3 выплаты по $7500. Все, что я сейчас произнес, вы можете, собственно говоря, все это перемножить, разделить и сложить, да, и получите какой результат, да, к каким цифрам мы идем. Поэтому, подытожив, значит, эту конференцию, этот прямой эфир, хочется сказать, что если идти по этой стратегии, то результат себя ждать не заставит. Поэтому... ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео со своими друзьями, родственниками и знакомыми. И вперед! Приглашаю вас в нашу компанию, в нашу команду «Круть крутая». И, естественно, значит, полное сопровождение, помощь, обучение, прямые эфиры, зумы, семинары, вебинары, голосовые созвоны. Все это вас ждет. Для чего? Для того, чтобы вы стали успешным и богатым. Всем добрый вечер. Зашла сегодня в наш чат, смотрю, а там сыпется поздравления. Поздравляют Александра и меня. Думаю, с какой стати? Оказывается, к нам в компанию, в команду пришел новый партнер Александр. И у меня выплата $600. Александр, желаю тебе быстрого продвижения, больших чеков. У тебя обязательно все получится. Также хочу выразить свою благодарность нашему офигенному наставнику Марселю. Спасибо большое за помощь и терпение. Спасибо всей команде. Всем добра. Итак, уважаемые гости и партнеры, данный кусочек видео... значит, снят чуть позже, после того, как, значит, уже Елена, она уже узнала о том, что она получила выплату чуть позже, да, ее не было на прямом эфире в Zoom. И вот посмотрите, вот тут написано 22 число, да, вот 22 ноября, 22 ноября 2021 года. Значит, и вот как раз я скидываю картинку о том, что вот, значит, Александр в 150-ю матрицу попал, открыл кабинет, да, открыл бизнес, он же в 2 программах открывал, 150 и 3 по 300. Вот я его поздравляю, пишу: Александр, поздравляю вас с тем, что вы открыли 2 программы. Вот, собственно, матрица Елены. Обратите внимание, у нее нет здесь вот этого вот, ее фотографии, да, треугольничка нет, то есть он не сформирован. Затем я показываю, как у Александра выглядит матрица. Вот это место мы сделали усиление. Не треугольником пошел, да, 4 точками. Но я принял такое решение, чтобы так было, да, это было мое решение так сделать.
Собственно, ему так будет удобнее и проще, быстрее закрыть 300-ю матрицу и попасть в 900-ю основным местом. Уважаемые партнеры, вот я его поздравляю. И гости команды «Круть крутая» компании BeFree. Меня зовут Марсель, и я сегодня поздравляю Александра. Он открыл бизнес в двух программах Everyday и Автохаус. Мы сделали сразу усиление. Вот, и, соответственно, это позволяет ему пригласить и подписать в бизнес только трех партнеров. Он сразу улетает в программу 900 основным местом. Ну а кроме всего прочего, я хочу так поздравить человека, который еще не знает, что он заработал $600. Еще не знает. Елена, я тебя поздравляю. Ну и Александр, вас искренне поздравляем с принятием самого крутого решения в вашей жизни. Вы в этом скоро убедитесь. Вот как раз я здесь. Ну, там, Марсель, ты в бухты-барахты-то ей не сообщай, там подготовь морально. Да, партнеры пишут комментарии, подготовь, говорит, человека. Ну, а что происходит тем временем? А тем временем происходит то, что происходит. У моей мамы остается две точки. Да, и там и Елена находится в матрице у моей мамы. Единственную, да, правым и левым плечом, значит... Так, нажму на паузу, обратите внимание, в чем речь. Вот я как раз Елену поздравляю с тем, что у нее пришла выплата $600. То есть на ту минуту времени, это было, сколько там время, 12 минут 10 вечера, я как раз поздравляю Елену с тем, что у нее пришла выплата, вот благодаря вот этой точке и вот этой точке, да? То есть выплата пришла, что она не открывается? Выплата пришла отсюда и отсюда, да, то есть два раза по 300 у Елены на кабинете, значит, $600 на тот момент денег. Что дальше происходит? Тут партнеры поздравляют, там все дела, эмоции, 5-10. Я записываю кругляшок по этому поводу, да, как раз Елене я говорю, что она, значит, здесь приобретет, построит, приобретет не за свои деньги, да, за живые, а именно уже деньги с кабинета. Как раз по стратегии она выстроит себе треугольник. И, соответственно, вот она выстраивает себе треугольник. Обратите внимание, да, вот. Ну и, соответственно, здесь я показываю, как выглядит матрица моей мамы. Там внутри сидит Елена, здесь Валентина, Светлана, и вот тут вот человек, и еще тоже партнер, кажется, Галина, насколько я помню. И тут я показываю, что остается две точки, и матрица мамы улетает в программу 900 всеми тремя местами. Вот, соответственно, как раз вот этот комментарий. Что-то он подвис. Полностью будет сформирован золотой треугольник, и она улетает двумя местами своими. Ну, наверное, в самом ближайшем будущем в программу 900, и там будет построен золотой треугольник. Да, как раз об этом я и говорил, что в программе 300 у нее вот это все уже основное место закрыто. Вот это место закроется. И у нее сформируется золотой треугольник в программе 900. И это позволит ей получить в будущем, уже, наверное, в следующем году, три выплаты по $900 для пенсионера в возрасте 65+. Ну, как бы, да, неплохой такой доход, $2700. Даже вот просто банально умножим, давайте, да, на наш внутренний курс. Больше 220 тысяч рублей. При пенсии в 20 тысяч, около 20 тысяч пенсии, соответственно, нужно просто-напросто понимать, да, что человек за пару месяцев выйдет на доход, равносильный пенсии за целый год. Вот. В принципе, очень даже интересно. Ох, на 4 минуты уже наговорил. Вот, и это к чему я? К тому, что вот как раз я рисую картинку, да, что вот матрица на 900, вот они еще два места сюда перелетят. Ну и здесь опять же поздравляшки. Вот Елена. Как раз этот ролик, который был ранее, да, что ее поздравление, что она... Добрый вечер. Зашла сегодня в наш чат. Добрый вечер, зашла в гостевой чат и обалдела. И вот я хочу показать, как выглядит матрица Елены, как раз в своем личном кабинете нахожусь. Вот, как это выглядит вообще, что это из себя представляет. Вот, соответственно, мама тут где-то в глубине находится. Соответственно, заходим в ее левый клон. В ее левом клоне находится матрица Елены. Вот у нее выстроенный треугольник. И вот, собственно, наш Александр. Вот обратите внимание, сюда придет три человека. И Елена улетает, естественно, в ближайшем будущем в 900-ю программу тремя местами. Соответственно, у нее здесь вот будет возврат $300, который она вот за счет этого места приобрела. Да? Вот отсюда будет возврат, это называется без убыток. Ну и в программе на 900, в которой она перелетит по маркетингу, соответственно, будет три выплаты по 900, затем 2700, и так у всех абсолютно одинаково партнеров. Вот такое коротенькое видео-дополнение к тому, что было спустя буквально час-полтора после того, как пришел Александр. Так что,
Что хочешь сказать? Если вам все это интересно, присоединяйтесь в команду. Пишите мне в личку в Telegram. Значит, обязательно подписывайтесь на YouTube. Обязательно ставьте лайк. Пишите комментарий, все, что вы думаете по поводу нашего бизнеса. Каждый ваш комментарий для меня дорогого стоит. Почему? Потому что я буду знать, какая обратная связь между людьми, которые посмотрели YouTube-канал и так далее. Да? Мне, для меня это очень важно. Как для лидеров в команде, как для наставника, да, и так далее. Так что спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пишите комментарии, подписывайтесь. Буду ждать обратной связи.